Итак, добрый вечер, друзья. С вами, как всегда, в это время, в этот пятничный вечер, программа «Живой звук». И у нас в гостях сегодня замечательный киевский коллектив, группа «Неспроста». Денис, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Давайте, наверное, играть. Сначала первая песня, а потом уже более близко познакомимся с коллективом. Поехали? Поехали. Цепкость глаз и уместная краткость речей. Мы поколение размеявши цветы на плексиглаз, позабывши за формой сути вещей. Я сижу на тюрьму, смотрю в окно, пью самогон. Я знаю, что в эту минуту не зазвонивший телефон мне даст еще одну возможность сказать, что этот мир ослеп. Мне даст еще одну несложность кивнуть ему, что нас здесь нет. Я несу свои следы в сумке за своей спиной. Я выдыхаю едкий дым на вновь бывшей синевой. А те, кто вжился в образ, все боятся моих слов. Растут чужие волосы и язык больных голов. Но в небе здесь по вторникам по-прежнему светло. Я улыбаюсь дворником в раскрытое окно. На нашем равном, нашем страхе еще чуть-чуть и мы станем смело на пластмассовой земле. Мы сядем гордо в пластилином и наши корабли. И в стеклянных небесах оставим след. Я иду к своей подруге, перехватив с собой портвейн. Я расскажу ей то, что будет, то, что есть. Мы будем с ней любить друг друга и не помнить своих дорог, своих имен. Я забуду с первым сном не зазвонивший телефон. Но даже то, что проросло из кожи моей в этот мир, мое больное ремесло все с корнем вырвет пары риф. И те, кто вжился в образ, будут бояться моих слов и рвать чужие волосы своих больных голов. И говорить лишь шепотом, смотрите, это он. Ему судьба быть вечно около, имя легион. Несет свои следы в сумке за своей спиной. Он выдыхает едкий дым на вдохе бывшей синевой. Я несу свои следы в сумке за своей спиной. Я выдыхаю едкий дым на вдохе бывшей синевой. Замечательная композиция. Итак, сегодня в гостях в программе «Живой звук» группа «Неспроста». И, в общем-то, лидер этой замечательной команды Денис Блащинский. Денис, добрый вечер еще раз. Еще раз добрый вечер. Денис, представьте, пожалуйста, сразу состав команды. Расскажите немножко о каждом из участников. С огромным удовольствием. Мне всегда это доставляет отдельное удовольствие делать, потому что ребята, которые со мной здесь сейчас сегодня, это настоящие единомышленники и в музыкальном, и, наверное, в каком-то смысловом плане. Начнем с самого старого участника коллектива, старого в том смысле, что в этом составе он, наверное, больше всего